Свечи, которые мы будем ставить, выглядят вот так. Bosch, чего-то там. Номер свечи я оставлю в описании. Берем. Осматриваем свечу. Свеча стояла ремешная 77 00 555. Свеча в отличном состоянии, но как бы сколько она ходила, я не знаю, с ней машину покупал, поэтому принято решение их поменять. Вот какой зазор был у старой свечи. 0,8 был зазор, 0,9 уже не входит. И какой зазор у новой свечи Bosch? 0,8 не входит. ,07 входит. Ставим свечи. Так, усилие для закручивания новой свечи. Прилагаем от руки. Не давим. Все идет вот от руки, плечом. Чтобы не перетянуть. Этого достаточно. Там колечко поджимается. Все. Ставим обратно катушку, болт и закручиваем болт. И вставляем клемму. Так, друзья, аналогично меняем свечи на остальных цилиндрах. Единственное, что хочу обратить внимание на вот этот цилиндр. Первый получается. Здесь есть еще клапан фазорегулятора. И важно, чтобы вы просто отводите, вот здесь получается держится одновременно и катушка, и клапан. Клапан сверху. Вы просто отводите в сторону его. И ну не надо там больше играться. Клапан сам вытягивать не нужно. Так, ну все, всем спасибо, всем пока. Удачи в ремонтах. Меняйте масло сами, не бойтесь ничего. Страшного здесь нет. Вопросы задавайте в комментариях. До новых встреч, пока. Вон там еще у нас есть.